Клиническое ламповое отбеливание в кабинете у стоматолога. Philips Zoom. Ламповое клиническое отбеливание начинается с нанесения отбеливающего агента, перекиси водорода, на поверхность зубов. Затем происходит воздействие голубым LED-светом. Голубой свет и кислород проникают через эмаль, где темные и бесцветные молекулы структуры зубов поглощают голубой свет. Молекулы становятся более активными, и их двойные углеродные связи ослабевают. Молекулы кислорода взаимодействуют с активными бесцветными молекулами структуры зуба, разрывая их двойные углеродные связи. Таким образом, отбеливание зубов происходит значительно быстрее. С помощью системы отбеливания голубым LED-светом, например, Philips Zoom White Speed, пациенты могут достигнуть более белоснежной, здоровой улыбки менее чем за час. Инновации Philips Zoom.